Регулярно и строго по графику санитарная обработка многоквартирных домов проходит в ежедневном режиме. Особое внимание – контактным поверхностям, кнопкам лифтов, перилам, почтовым ящикам. Согласно графику, то есть обрабатываем, начинаем лифт, первый этаж, почтовые ящики, камеру, мусороприемную камеру. И переходим на следующий дом. Дезинфекция многоквартирных домов проводится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Нарушение инструкций недопустимо. От качества работ зависят человеческие жизни. Мы используем химические растворы на основе хлора с добавлением ингредиентов, обрабатываем места общего пользования, то есть обеззараживаем по-другому, чтобы люди не переносили все эти микробы и бактерии. Управляющие компании сотрудничают со старшими по домам. Перед началом работы оповещают, расклеивают соответствующие объявления. Контролируют работу и сами жильцы. Со знакомыми ходим, иногда смотрим. И сама часто бываю дома. Смотрю, вижу, что обрабатывают. Всего только за последние сутки силами управляющих компаний обработано 679 многоквартирных домов. В Ульяновске продолжается санитарная обработка остановок и общественного транспорта. Накануне глава Ульяновска Сергей Панчин через соцсети обратился к горожанам с просьбой соблюдать все меры безопасности во избежание заражения во время возможной второй волны коронавирусной инфекции.